Огромные преимущества, которые мы получили от наших отношений с Китаем, связаны с деньгами, которые мы сэкономили за счет покупки продукции, произведенной в Китае, и продуктов, в которых используются компоненты китайского производства. На каждые $100 импорта страны Карибского бассейна извлекают $10 выгоды. Инициатива «Пояс и путь» создала еще больше возможностей для общего развития. Так Китай может помочь в развитии транспортной инфраструктуры в Латинской Америке, а это дает дополнительный стимул для развития туризма и новых экспортных возможностей.